Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Продолжение беседы с пастором Раджи. Какие проблемы, какие трудности у пасторов на этом острове, в служении, может быть, в личной жизни, во взаимоотношениях с другими людьми? Давайте послушаем, что он скажет. В церкви трудности, много людей приходит, а исцеление получается, на сатане придет. Они хотят нас прийти. Бога используют как врач. Вот такого есть много. Часто люди приходят, хотят молитвы. Они с ней помогают. Но взяли помочь и пошли свои религии опять. Но видно, каждый день пока они есть людей. Здесь может быть 30 или 25, больше я думаю. Маленькая церковь, да.